просто ключи, но и дипломы, награды. И, конечно же, самое главное, их работа наконец-то будет не только вот озвучена, там, прочитана в СМИ, она еще и будет вот как бы, вот, знаете, когда вот есть большое жизненное древо, да, и вот там что-то отмечают. Вот эта работа будет сейчас отмечена не только здесь, но, я думаю, в душах всех людей, которые эти работы прочитали. В следующей номинации было очень много достойных претендентов, но комиссия конкурса выбрала самых лучших. И именно сейчас мы познакомимся с номинантами названия «Лучший репортаж в СМИ». Ваши аплодисменты. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену, зачитать свой отрывок одного из номинантов. Это Аркадий Суров. Ваши аплодисменты. Мы решили дать возможность каждому номинанту немножко познакомить нас со своим творчеством. Ну, я не журналист, я поэт, поэтому пишу я стихи, и я прочитаю другое стихотворение, оно по той же тематике, оно просто короче, вы такие тут все молодые, веселые, зачем вас грузить лишний раз. Звучит это так. Тараканы проели дыру в голове, как в полу. ЛСД белым снегом лежит на старушке Европе, что до Азии, там от прапрадедов курят шалу, и следы от уколов видны на любом остолопе. Мак цветет в иссык-кульских степях и афганских горах, серый ветер над желтой долиной в траве заблудился. Черный ангел летит над землей с папиросой в зубах. Я и сам бы за ним полетел, как бы раньше не спился. Спасибо. Ваши аплодисменты. Аркадий, да, вот правильно, оставайтесь с нами. Следующий номинант — Зинаида Шведова. Ваши аплодисменты. Приглашаем на сцену. Зина не пишет. Нет, Зинаида сегодня. Ну, погода, я же говорю, погода сегодня можно. Давайте поаплодируем ей тогда. Также сегодня у нас номинируется Мишарин Константин. Не только талантливый журналист, но и талантливый футболист. Поэтому, к сожалению, так совпало, что именно сегодня он находится на соревнованиях. И, к счастью, сегодня в этом зале находится его бабушка Неля Константиновна. Да? Есть? Ваши аплодисменты. Ну что ж, и я хотел бы сейчас под ваши бурные аплодисменты еще раз зачитать всех номинантов. К сожалению, я же говорю, так вот получилось. Аркадий, мужчина на сцене. Ваши аплодисменты номинантам. Аркадий Суров, Зинаида Шведова, Мишарин Константин. Хочу также вот вкратце сказать, на самом деле Зинаида Шведова предупреждала, что такое может быть. Ей только буквально вчера вот сняли гипс. Поэтому все возможно, грамота все равно с дипломом дойдут. Ну а сейчас для объявления победителей в номинации «Лучший репортаж СМИ» на сцену приглашается заместитель генерального директора, член Союза журналистов Украины, заслуженный журналист Украины, Толчий Александр Витальевич. Мне очень приятно, что выбрала такая миссия. Здесь я вижу много молодежи, современной, красивой, умной. И, в общем-то, та тема, которая сегодня поднимается, наверное, она одна из самых главных. Знаете, мы переживем и кризисы, переживем и все, что угодно, и любые власти. А вот эта штука, которая, в общем-то, может сдвинуть мозги, конечно, это очень тяжело, да? Вот, и это будет уже говорить вообще о конце цивилизации и так далее. Поэтому вот каждый из вас, мне кажется, и кто выходил на сцену, и кто присутствует в этом
дело, да? Очень важное дело, потому что многие, насколько мне известно, я уже прожил много, да, лет. Кто-то находится на грани. Вот чуть-чуть ветерок подует, человек упадет по ту сторону. Чуть-чуть этот же ветерок его может подхватить и, в общем-то, так сказать, поднять до каких-то высот, а если еще будет у человека вера, вера, что он не случайно пришел на эту землю, и у каждого есть своя миссия, да, и он это осознает, тогда это только придаст ему силы. И поверьте, вот это все, с чем сегодня мы боремся, это будет уже второстепенно. Вот силу духа, наверное, своему ближнему, своему другу, я не знаю, там, брату, знакомому, соседу, однокласснику, вот который где-то вот, я все время находится на грани, вот вы именно можете и передать. И вот то, что сегодня вас чествует, то поверьте, это, наверное, не зря, это заслуженно, да? Хотя бы потому, что на самом деле, ребята, делаете вы большое дело и спасаете, можно сказать. Если это даже как негромко звучит, да, спасаете свое поколение. Мне приятно, что сейчас будут оглашены победители. Победители среди вас, они находятся здесь, в этом зале. И давайте, конечно же, их поприветствуем. Вот за то бескорыстное и доброе дело, которое они делают. И вручаем грамоту за третье место в номинации «Лучший репортаж СМИ». Гравченко Николай, ваши аплодисменты. Можно больше и больше аплодировать. О том движении, которое существует во всем мире, в частности в Украине, в городе Николаеве, но о котором мало кто знает, потому что по своему названию и по своим традициям анонимные алкоголики, они не могут выступить на сцене, они не могут по телевидению выступить, поэтому я вместо них это сделаю. И скажу об этом движении, что оно существует в Николаеве уже 12 лет. Это то движение, которое помогает людям обрести силу. Обрести ту силу духа, о которой сейчас говорил предыдущий оратор. Чтобы можно было жить, жить и радоваться жизни, не употребляя алкоголь, не употребляя наркотики. Это программа, которая помогает людям найти силу, превышающую собственность. Потому что каждый человек, употребляющий алкоголь чрезмерно, и каждый человек, который употребляет наркотики, он приходит когда-то к тому моменту, чтобы прекрасно понимать, дальше так жить нельзя. Но, к сожалению, уже сам не может бросить ни пить, ни употреблять наркотики. И в 1939 году была начата программа всемирная анонимных алкоголиков, иначе еще называется 12 шагов. С помощью этой программы люди, которые проходили реабилитацию медицинскую, после этого нуждаются в силе, которая бы могла превышать их собственность. И вот благодаря этой программе они находят эту силу и могут идти по жизни, встречаясь с трудностями, с огорчениями, с обидами, с ненавистью, с гневом, с радостью, могут переживать эту жизнь трезвыми. Поэтому я, пользуясь моментом, то, что здесь есть представители средств массовой информации, хотел бы сказать, что 18 декабря будет 5-летний форум анонимных алкоголиков города Николаева, и эти ребята просили по возможности представителей массовой информации прийти на этот форум, который будет по теме «Быть честным перед самим собой». Приедут из, мы ожидаем, 20 городов Украины представителей анонимных алкоголиков в других городах. Поэтому я прошу, если у вас есть такая возможность и желание, прийти и более в средствах массовой информации осветить деятельность и работу вот этой программы с 12 шагом, которая помогает людям оставаться прежними.
Мы также выделили отдельные номинации в данной номинации. Для поздравления хотел бы пригласить на сцену старшего редактора радио «Николаев» Матвеева Игоря Михайловича. Ваши бурные аплодисменты. Уважаемые присутствующие в зале, уважаемые анонимные алкоголики, все, кто нас видит, слышит, я хочу сказать, что в мире много вещей есть, которые дурманят, меняют. Ну, например, поэзия Аркадия Сурова. И таких много десятки сотни. Искусство, все что угодно, красота мира. И не нужно впадать в такую низость, чтобы употреблять другие средства, чтобы себя одурманить и чтобы уйти из прекрасного мира. Я очень ценю тех людей, которые борются против пороков, которые уводят человека от красоты жизни, от радости жизни. И желаю всем номинантам, желаю всем, кто борется с этим злом, дальнейших успехов. А мы, все, что у нас информация, будем всячески в этом поделиться. Ну и отдельные номинации. В номинации «Лучшее поэтическое произведение», которое вот так вот дурманит, как говорят. Аркадий Суров, ваши аплодисменты. Ваш приз. И в номинации «Лучшая интернет-пропаганда» Юрий Юрин. Ваши аплодисменты. Можно больше аплодировать. Пару слов сказать добрых в адрес человека, который это все придумал, который это все сделал, который долго к этому шел, хотел это сделать. Саша Александрович, я тебя поздравляю, это твой сегодня праздник. И пусть это будет потом второй, третий, четвертый. Ты мне всегда говорил, что тебе одному скучно, давайте объединяйтесь вокруг меня, объединяйтесь. Вот давайте объединяться вокруг этого человека, светлого, доброго, и человека, который хочет, чтобы все-таки и дети, и внуки ходили в хорошем, красивом городе, прелестном городе. Спасибо. Ваши аплодисменты. Вы знаете, сейчас я приглашу на сцену коллектив, который специально к сегодняшнему празднику подготовил лирический, красивый номер. Я думаю, что было бы просто великолепно, если бы зал сразу взорвался аплодисментами, а потом с трепетом смотрел каждую нотку этого. А давайте попробуем. 3-4. О, отлично. Звука можем даже стадион перебить. Отлично. Телевизор все больше покоряет мир. Мы можем смотреть видеоработы на телеэкранах, в интернете, в мобильных телефонах, в машине, в самолете и даже в душе. И сегодня мы решили показать вам самое яркое видео, отобранное комиссией конкурса по номинации «Лучший видео, фильм, репортаж, видеозаставка». И первое видео встречаем видео в стиле графика Сергея Ермакова. Ваши аплодисменты. Ну так, это круто.